Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Поздравляю вас с сегодняшней победой. Спасибо. Непростой матч выдался, тем более сразу же после Еврокубков. Что можете сказать по игре? Ну, учитывая то, что минут 35-40 мы играли семером, неплохо, в принципе, довольны результатом. А так, конечно, не знаю, валидольная была, конечно, игрушка. Но численное преимущество почему-то не сыграло на руку сопернику. Ну, потому что, да, ребята, может, не знаю, по сыграния, по опыту, не может, все равно. Вот, и... Папа, ты выиграл? Да, выиграли. Но вы старались более как бы, ну, обороняться в начале, ну, когда играли в меньшинстве. Конечно, как семером, только от обороны можно было играть. Пытались впереди там как-то цепляться на контратаках. Но не привело после первого тайма ни к чему. После первого гола уже было заметно, после, что соперник гола, да, чуть-чуть подсел. Да и ребята тоже сильно подустали наши, конечно. Я думал, у нас все-таки тяжелее будет. Как-то, не знаю, второй гол, когда забили, мы... Видно, они духом ребята подупали сильно уже. Что-то начались разлад у них там в команде. Я думаю, это их изгубило, их убило, да. Ну, в любом случае, победа заслуженная. Хорошая победа. Даже, думаю, там гол тура случился у вас. Гол тура? Да, ну, да, не тура, а в смысле попадет в сборную, я уверен. Еще посмотрим дальше. Следующая игра с Депортиво. Очень много потерь, конечно, у нас кадровых. Я не знаю, как будем мы. Сильный соперник очень. Ну, посмотрим. В любом случае, надо собираться. Будем сражаться. Спасибо, победа вам.